мистецько-розважальний проєкт на телеканалі «Віка. Дієві особи». Мене звати Марина Лук'яненко. Сьогодні у нас цікава тема, цікаві гості. Хочу сказати, що ми щодня по буднях з 5 до 6 долучаємо вас до прекрасного, до високого. Говоримо про мистецтво, про цікаві заходи, які відбуваються у Черкасах. І сьогодні до мене на гостину завітали три мужніх чоловіки. Зараз я їх представлю. Це Сергій Козаченко, Олександр Довінський та Здур Бобіч. Вітаю вас! Всі вони митці, входять до мистецького угрупування «Ганг Дон». І сьогодні, звичайно ж, ми будемо говорити про мистецьке життя Черкас, чи є воно взагалі, чи є на мистецькій ниві діалог у Черкасах, ну і чи вільно дихає мистецтво у Черкасах. Отож, насамперед, хочу привітати і вас, і глядачів, і з святом таким чудовим, яке сьогодні, це День Святого Миколая. Бажаю, щоб Миколайчик усіх оберігав. Як у вас настрій? Отлично. Настрій чудовий, і це добре. Буквально цього тижня, так, відкрилася така цікава виставка у художньому музеї. Для глядачів скажу, що цей проєкт має назву «Краса вб'є світ». Гості сьогоднішнього нашого ефіру безпосередньо причетні до цього проєкту, вони його автори. І зараз я пропоную переглянути коротенький сюжет про цю виставку, яка відбувається зараз у Черкаському художньому музеї. Вона триватиме впродовж 2 тижнів до Нового року. Дивимося кадри з виставки, з відкриття, ну а потім розпочинаємо розмову у студії. Это накроватно-прикроватный светильник для двуспальной кровати. Ахилл поражает Гектора под стенами Трои, ну, из-за Елены. Вот там они, в Валькирии, ведутся некие женские какие-то начала, которые спровоцировали Троянскую войну. Здесь мы рассматриваем ту плоскость, плоскость борьбы за красоту, битва ахейцев и троянцев под Илионом там, и так далее. То есть битва-то была, по сути, из-за Елены прекрасна. Это лишний раз подчеркивает, что красота, она имеет как силу, настолько большую силу власти, что она может как вознести человека, так и убить. Ну, я считаю, что это внутренняя красота спасет, а показная убьет, конечно. Такий коротенький відний сюжет. Я нагадую, що це дієві особи. У нас сьогодні на гостину завітали до нас митці, художники. Це Сергій Козаченко, Олександр Довінський та Здур Бобіч. Тільки що ми переглянули кадри з відкриття проєкту, який має назву «Краса вб'є світ». Що надихнуло на створення цього проєкту? Там були картини Здура Бобіча, ну і ваша, Олександре, скульптура, так? Тим більше, вона ще така, можна і в побуті її застосувати, тому що це справді світильник. Отже, що надихнуло, що підштовхнуло, точніше, до створення цього проєкту? Ну і чому він має таку назву? Чому краса вб'є світ, а не врятує? Ну, значить, я вважаю, що... Ага. Надихнуло обилие, удушающее обилие красоты, которая нас окружает. Та форма красоты, которая нас окружает, вот она сподвигла на эту выставку. А чему краса вбіє світ? Тому що зараз така вбивча краса, да, це вбивча сила, тому? Знаете, вот эта краса, она... Мы делали экскурс в историю, что там Елена прекрасна, ахейцы, троянцы. Англичане. Да, англичане. Но это красота несколько другого порядка, которая нас окружает. И вот не знаю, как у других, но у некоторых, я знаю этих людей, возникает желание, скажем, суицида, глядя на некоторую красоту, которая там обильно представлена. Но... должно быть какое-то, ну, какая-то контра всему этому. Есть про и есть контра, скажем. И мы попытались
представить как бы другую плоскость, оборотную сторону красоты, которая нас окружает. И зачастую, скажем, за красотой, которая представлена в виде некоторых таких гладких, бесконфликтных вещей, скрывается очень нелицеприятные вещи. Очень нелицеприятные. Мы попытались сбросить эту оболочку красоты и показать, что скрывается под вот этой вот личиной якобы красоты. Дякую. Сергій, я знаю, що ваша роль саме у цьому проєкті, ви ідею, як це все оформити, да? Я не сказав, що дуже велику частину, велика доля у мене, там мала доля осмислення просто в якоїсь частині і немножко в оформленні, тому що там ребятам не нужно объяснять, они и без меня прекрасно знают, что нужно делать. Извиняюсь, главное объяснить, что это было, да. Вот как бы, что там мы там натворим, а Сергей вот объясняет, отдувается за нас и пытается как-то интеллектуально какие-то рамки вогнать. Да, должен быть какой-то коннект между зрителем и художниками. Я иногда пытаюсь взять на себя эту роль как бы этого штекера, Джека Штекера, и создать некий коннект. Ну, по поводу, да, красоты, там правильно было сказано, что существует некий парадокс. Существует тот же прецедент гомеровский, существует прецедент, когда англичане из-за красоты своей культуры там перебили пол Африки, когда немцы, конечно же, нибелунги, и красота, значит, истинных арийцев привела известно к чему, все это прекрасно они знают. Хотели, помнишь, да. Города окружить красивыми деревнями. Да, деревнями, красивыми, да, на Украине, деревнями. Да. И как бы тут существует вот некая опасность, то есть существует некая красота. Если это скульптура какая-нибудь или картина, это еще полбеды. А когда красота становится некой наднациональной или там сверхнациональной категорией, тут существует опасность потерять все из-за этого, потому что все равно мы живем в одной большой коммунальной квартире. Нужно как-то между собой, людям, между собой как-то договариваться и ценить красоту каждого. Иначе из-за какой-то красота превращается в булыжник, на котором спотыкается носитель этой красоты. Поэтому вот Саша взял в качестве булыжника ситуацию с Гомером, даже не с Гомером, скажем так, с Троей, да, с Илеоном, когда человек, обладающий, условно говоря, электричеством, то есть некой правотой, там электрическая лампочка, да, он повергает и бьет этой электрической лампочкой человека, который защищается канделябром, некой своей отсталостью своей, как бы несовершенством. То есть красота совершенства сама по себе опасна, потому что когда человек считает, что он в чем-то совершенен, то, естественно, он начинает как-то, если не презирать, то как-то нехорошо относиться к людям, которые, по его мнению, несовершенны. Получается, да, конфликтная ситуация. Вот на это, собственно, это та часть выставки, на которую хотели обратить внимание. И работы с дура, они с другой стороны подходят к красоте. То есть кажется, что там существует некий экспрессионизм, там и красоту сложно увидеть, в широком понимании этого слова. А на самом деле там существует своя красота. Красота деформации, красота первичного восприятия действительности. Вот существует, мы сейчас живем в такое время, что у нас существуют различные течения, там экспрессионизм, импрессионизм, сюрреализм и так далее. То есть за исторический период человечество поднакопило всяких измов, касаемых искусства. Но тут еще существует такая вот штука, я бы работы Бобича трактовал бы следующим образом, что это экспрессионизм, но через призму наива. То есть это наивный экспрессионизм. Они очень теплые, несмотря на свою там, на свои какие-то, не то чтобы ужасные, но такие сильно деформирующие начала. Но они теплые как бы изнутри, изначально. То есть тут парадокс существует. Там Руссо-таможенник, например, или Пиросмани, у них прямой наив, прямое наитие. У них все вот увидел, вот красиво. А у Бобича, у него наив уже на волне экспрессионизма. То есть вот эти вещи, мне кажется, они еще недостаточно разработаны, недостаточно определены как-то. И с этим интересно очень, по крайней мере, наблюдать за этим.
Вот так от. Ну, да, продовжуємо. Дякую, Сергій. У мене є такий невеличкий відгук Антіна Мухарського. Це автор проєкту «Жлоб Арт», також актор, шоумен, галерист. Він відгукується про роботи з Дура Бобіча. Я зачитаю мову оригіналу. Есть отличные вещи, очень тонкие, интеллигентные, и радикализм у вас тоже есть, но тонкий и интеллигентный, обходящий острые углы современной жизни, много юмора, иронии, игры мысли и художественной, и смысловой. Чи вы читали цей відгук? Конечно. Вы погоджуєтеся з цим? Вам приємно було почути такі слова на свою адресу? Да, мне очень приятно было это все слышать, и как бы некоторые вещи я понял. Художник — это лицо невербальное, он лучше кистью говорит, нежели ротом. Некоторые вещи я ощущал, слова. Ну, одним словом, якби зараз тут був холст і робочі інструменти, ви б нам краще намалювали відповідь, ніж відповіли. Так, совершенно верно. Следующий раз ми йому дадим планшет, і він буде відповідати на вопроси. У продовження цього проєкту «Краса б'є світ». Я думаю, глядачам було би цікаво почути, вони вже побачили цю скульптуру, яку ви створили, так, цей світильник, як правильно, прикроватний? Накроватно-прикроватний. Накроватно-прикроватний. От з яким матеріалом, з якою фактурою ви працювали і як швидко ви його зробили, чи як повільно? Я хочу сказати, що це одна з іпостасій цієї речі. Светильник накроватно-прикроватный, я представлял это как проект оформления центральной площади нашего города. Это нечто должно напоминать коней Клотта в Петербурге и на Ничковом мосту. И вот эти четыре фигуры должны стоять по краям площади перед администрацией. И вот как бы это меня вдохновляло прежде всего. Но поскольку этот объект должен быть, иметь какое-то утилитарное назначение, потому что каждый художник хочет, в конце концов, сбыть этот товар в виде своего творчества, вот. Я робко подумал, если это светильник, может, кто-то его приобретет. То есть, а почему еще так подумал? Потому что вот это «купит ли кто меня, не купит, вдруг не купит» очень сильно калечит, ну, не то, что калечит, это некая такая… Деформирует, да. Когда человек начинает работать в этом контексте, у него получается, он же не свободен, да. И, к сожалению, очень многие люди, они до начала работы уже начинают представлять, как это продать мне, не продать. И получается какая-то ерунда такая, скучная достаточно. Вот. И ну, в процессе работы я тоже решил подключиться, вот, попробовать, а что если все-таки продать эту работу? Она достаточно гламурная. Это вот первый раз я попытался стать на стезю гламура и более-менее вменяемой какой-то скульптуры. Что меня, как это технически происходило, это очень бросовые материалы, это отходы строительства всякие разные, это глянцевые, я очень был, там использовались предвыборные листовки. Надо сказать, партии разбогатели за последние годы, они применяют хорошую глянцевую мелованную бумагу, в которой состав входит каолиновая глина, и она хорошо очень разлагается в воде, такая очень пластичная масса получается. В общем-то, это из предвыборных листовок, собранных в течение вот этой последней предвыборной кампании. То есть, сами не зная того, политические партии стали спонсором в искусстве. Да, причетными, да, так, причетными, до высокого. Да, все хотел как-то, я был возбужден, потому что все время дают где-то там 400 гривен, там какие-то деньги. Никто мне не предлагал как-то, думал, что ж такое, что должен и как-то поиметь, в конце концов, вот этого всего дела. Я собирал листовки, ну, думаю, так, конечно, сильно не разжился. Но вот они воплотились в этого Ахилла. И еще мне очень возбудила эта компания, потому что я понял, что настоящий политик, он должен быть несколько гетеросексуален. И, собственно, эта скульптура достаточно гетеросексуальна. Потому что вообще изображает греческого некого героя. У греков это в порядке было, ну, культуры, и все нормально. В контексте их культуры это никого не возмущало, никого не шокировало. И вот сейчас все смотрят фильм этот «Гюльчата» или «Спасет меня Господи». Роксоланова. Да. Читай, спасет Роксолану. Роксолану, да. И там получается, что вот гарем содержит, султана содержит гарем, да, то есть он
политик – это такой всеобщий муж. Мы должны быть членами его гарема, да? Это как мужская ипостась политика. А еще электорат требует, как самый короткий путь к сердцу электората, к желудку. А через желудок идет, да? То есть, а сытый желудок – это женская ипостась. Вот это жена должна обеспечить сытый желудок мужа. Как бы. То есть он одновременно должен быть и мужественным, и женственным. Что я попытался... Тому, что має подобатися и чоловічій частині електорату, и жіночій, правильно? И в этом смысле тоже, да. Да. И вот эта вот сверхзадача, я не знаю, насколько справляются с этими политиками, насколько вообще в них в голове это есть вот эротическая как бы составляющая. Есть. Да, очевидно. Очевидно, есть как-то, ну, может быть, не совсем осознанно, потому что не очень они лицеприятны пока что. Но, думаю, со временем... Все можливо. Хочу сказати, що ми працюємо наживо. Студійний номер 37-53-33. Ви можете до нас телефонувати за цим номером, задавати запитання нашим гостям. Я нагадаю, що це митці, які входять до угрупування «Ганг Дон». Це Сергій Козаченко, Олександр Довінський та Здур Бобіч. Можете телефонувати до нас, ставити їм запитання. Можливо, вам є чим поділитися, щось нам розповісти. Будь ласка, телефонуйте. Ну, окрім того, скажу ще, що сьогодні я вбрана від фешн-шопу «Ідеал», і з ним мати ідеальний вигляд просто. Ну, і ми продовжуємо розмову разом із вами. Ми сьогодні говоримо про мистецьке життя в Черкасах. От ваше мистецьке угрупування «Ганг Дон», да? Скільки йому років, як давно ви вже працюєте разом і творите разом? Ну, і окрім того, яка мета вашого угрупування? Що ви хочете привнести у мистецьке життя Черкас? Це якщо локально, і там взагалі України, і світу, якщо глобально брати. Прошу, хто відповідає? Ну, не менее 5 лет, да, нашему угрупованию. Началось с того, что мы как-то работали уже практически вместе, то есть были совместные выставки, и мы начали приходить к тому, что хорошо бы как-то оформиться в единую группу, и хотелось бы, чтобы эта группа не называлась как-то патетически, как-то торжественно и так далее, а как-то ни к чему не обязывающе, потому что только в ни к чему не обязывающем пространстве можно говорить то, что ты хочешь, не касаясь острыми углами каких-то, ну, своих, ну, приоритетов там и так далее. Ну, вот Саша может продолжить. Да. Дело в том, что вот, декларация наша и само название, оно сразу отсеивает определенные типажи. То есть к нам приходят люди уже... определенной формации, что ли, определенного диагноза, кто способен перешагнуть через какие-то, ну, не то что там моральные запреты, а внутренние какие-то вот, что ли, внутренние зажатости, да, как-то сказать, точнее, внутреннюю несвободу, да, вот так вот скорее. И какова задача нашего угрупования, она не была четко поставлена, она скорее сначала была, скажем так, разрушительная, эта идея. Идея критики, идея некого стёба, идея сарказма, да, над происходящим. Но потом все-таки, да, ну какой-то конструктивизм с годами там появился, созидательное какое-то начало, но насколько оно там созидательное, не мне решать. Вот. Некоторые говорят, что наоборот, это деструкция как бы у нас больше как бы проявляется с годами, а другие говорят наоборот, там, созидание, ну, это не мне судить, не нам. Только созидание. Недавно я обратил внимание, когда, ну, мой любимый поэт Бродский, один из самых любимых, и, ну, помимо того, его такой многоярусной метафоричности, я обратил внимание на что меня завораживает, когда он говорит какой-то текст, сам момент повествования. Я начал на это обращать внимание и понял, что он работает очень при... все, опять же, метафоричности и сложности, все гиперболах там и так и прочее, он говорит, он по принципу бедуина, он поет, что видит. Вот он видит это, видит это, видит это. У нас принцип, тут бедуинский тоже принцип. То есть у нас существует некое культурное, мы идем вот по улице, видим какой-то культурный парадокс, или говорим о чем-то, находим какой-то культурный парадокс, мы пытаемся его как-то поиграть, осмыслить, да-да-да, и получается вот то, что получается. Еще восприятие такое... двойственное и тройственное. Знаете ли, было такое стихотворение Мандельштама, я фрагмент зачту, там, насколько я помню, примерно так и звучало. Там, где для Эллина сверкала красота, для меня из темных дыр зияла срамота.
вот, что для кого срамота, для кого это, в общем-то, там, леденец какой. Ну, это очень индивидуально, это зависит от уровня культуры и образованности человека очень сильно. И в контексте мы работаем же не в вакууме в неком, понимаете? Это зачастую реакция на происходящий абсурд, который... И этот абсурд уже не заметен. Он стал уже обыденным явлением. То есть люди проходят, не замечают совершенно сумасшедших вещей. И со стороны эта цивилизация выглядит, ну, достаточно сомнительной, скажем так. И хочется иногда вставить шпильку или заняться неким иглоукалыванием, чтобы как бы очнулся хоть кто-то, да? Вот. Хотя это уже скорее спекуляция, это вторичная задача. Более первичное, если вот честно говоря, это собраться и побаловаться, не обращая внимания на окрики взрослых, ну, как в песочнице, да, что там мама тебя на обед зовет, там еще там какой-то пришел, там дядя там выругал, что-то мы не то делаем, да, вот как бы побаловаться. И наши выставки, они не обычно, не то, что вот как бы люди приносят, что у них есть. Они свой запас, свой вот этот скарб принесли, выставили. Обычно это сочинение на тему. То есть мы берем некую тему и разрабатываем. Ну, как это получается, опять-таки, не нам судить. Ну, есть благодарные зрители. Есть те, кто откровенно ненавидит даже до дрожи почему-то, хотя я не знаю почему. Я считаю, надо приветствовать, если появляется некое многообразие, да, и спектр, в плане там творческий спектр расширяется города, да, или социум, это всегда хорошо. То есть можно спорить, но это, то есть мы готовы спорить, но почему-то как-то процесс этот в Черкасах очень не развит. Тобто немає діалогу, так? Да, нет. Ну, да, диалог выливается в какие-то слащавые там похвалы друг на другу, то есть все держат какой-то там кулак за спиной или там дулю в кармане, да, а в глаза говорят, ну опять красота, сладкие вещи, гадко щурясь друг на друга. Прошу, Сергей. Да, тут Саша подметил хороший нюанс, что художники, в принципе, в Черкасах, они свою лямку тянут. Они впряглись в свои там художественные оглобли, значит, и, ну, как бы тащат этот воз. Проблема со зрителем. Зритель, на самом деле, он может прийти, может написать даже что-то хорошее в книге отзывов, но он... Это может быть дело не в черкасском зрителе, сразу оговорюсь, не в украинском зрителе. Возможно, это глобальная какая-то вещь. Зритель начал воспринимать искусство как развлечение. То есть как вещь, когда нужно можно прийти, развлечься и уже не задавать вопросов. Вот что самое как бы страшное, это еще одна красота. То есть он приходит посмотреть на красоту развлечения. И как бы тут паришься, вопросы задаешь, ты формулируешь, человек пришел, сказал, о, прикольно, и ушел. Просто пришел подивитися, причем он пришел подумати, не только на нашу, да, пришел не только на нашу выставку. Он может прийти там на ретроспективу Репина, тоже сказать прикольно. Он воспринимает искусство как шоу. И в этом существует некая опасность. Не для художника. Художник сам это самодостаточный организм. Он сам себя обеспечит как бы эстетическим прокормом и каким-то духовным ростом. Ему-то пофигу на самом деле. Проблема в самом зрителе. Если он перестанет задавать вопросы, перестанет внутренне расти, то у него останется мало, как бы, мало позиций, чтобы называться полноценным человеком. То есть это не шутки, это не какой-нибудь там не расизм эстетический и так далее. Это конкретная вещь, нужно человеку духовный рост. Даже, скажем, человек, читая Библию, он же все равно должен задавать вопросы. Даже такие какие-то сакральные, совершенно обозначенные, четко тексты, они все равно его зовут к вопросам. Все равно нужно разобрать что-то. Вот там Бог сотворил землю за 7 дней, потом как бы отдохнул. Написано в тексте все. Он отдохнул. А что это он? А чего он отдохнул? Он же Бог. Как он мог устать? Почему он устал? Что это такое? Почему? Давайте разберемся. Там, это тоже интересно. Так же и в искусстве. Сделали то-то. Почему сделали? А для чего? Ну, зазвичай кажуть, що, наприклад, там є запитання, немає запитань. Кажуть, значить, все всім зрозуміло. Хоча навпаки, якщо немає запитань, значить, ніхто нічого не зрозумів. Это попахает казармой вообще-то. Нет вопросов, все налево, шагом марш. Все посмотрели и прочее. Ну, я скажу, что зачастую массовая культура, она старается вырастить зрителя, который не задает вопросов. Он да, должен не задать вопрос, он должен хавать. Да, ему объясняют, что это хавает. Хорошо. Mm-hmm. Да, ему объясняют. Он должен хавать это все дело. И тут задача сделать какую-то штуку, чтобы он, этот зритель, подавился или там, поперхнулся.
чтобы его... вопрос наконец-то задал вопрос. Да. И все время мы пытаемся дойти до какого-то предела, чтобы... А очень высокий болевой, точнее низкий болевой порог, да, и приходится применять все более сильные средства, чтобы его, что ли, возбудить или вывести из равновесия. Вот, зачастую для этого, ну, как правило, какие-то провокативные моменты. А збудливим засобом є форма чи матеріал? Ну, от що ви використовуєте? Що саме, не знаю, що найбільше діє на людей? Що потрібно таке зробити, щоб справді, ну, якось вони зреагували? Не просто сказали, це прикольно, а щось ще, ну, вступили в діалог, почали самі себе питати, почали питати художника, якось задумались, не просто подивилися, поспоглядали, а ще й подумали про це. Я думаю, что надо выбить какую-то почву из-под ног человека, чтобы он почувствовал неустойчивость, слегка испугавшись, ойкнул. И вот тогда что, зачем, почему, ну не без того, чтобы и удивлен как-то был по-хорошему. Но это должна быть вещь, которая элемент шока носит. Это не то, что вот сама цель этот шок, опять-таки. Это оказалось, что это необходимость для того, чтобы возбудить диалог с посетителем, со зрителем как таковым. Потому что нет обратной связи, понимаете? Вот люди приходят, смотрят, но нет диалога с ними. Мы пытаемся в рамках выставок не первый раз проводить философские вечера. И каждая наша выставка через какое-то время, там приходят люди, пожалуйста, любой может прийти, и к нам вот студенты пединститута нашего ходят, какое-то философское есть там отделение, и мы дискутируем на вот эти вот животрепещущие вещи, то есть пытаясь как-то расшевелить и, или как бы породить идею вот этого диалога. Потому что, как правило, это монологическая вещь такая. Инструмент самый сильный вот на данном этапе – это слово, естественно, слово, именно в искусстве. Потому что живопись, она была провокативна, очень серьезно провокативна, до истерики, и беременных женщин на выставке не пускали. Это конец 19 века, когда импрессионистов начали выставлять, потом фависты и так далее. Сейчас визуальный ряд, он настолько перенасыщен для зрителя, что, скажем, те же Фэймон голые бегают, или там в музее разрезанных коров, или самих же людей показывают и так далее. То есть визуально, ну, человек приходит, он, я це бачив, и это я видел. И, ну, в принципе, чтобы что-то ему увидеть, ему еще нужно, его нужно как-то, ну, аннотировать все это, некую аннотацию, нужно его как-то направить, чтобы он под нужным углом увидел. Потому что в чистом виде визуальное искусство – это или медитация, или, условно говоря, реклама, или рынок. Вот так вот. То есть, если мы хотим заниматься каким-то искусством, ну, не то чтобы актуальным, а, ну, современным, или пусть даже сиюминутным, нужно как-то повернуть зрителя. Нужно вот немножко оториентировать, потому что ему очень сложно сейчас в океане абсолютно визуальных этих образов, в медийности, которая пронизывает все буквально, ему очень сложно. Хотя, возможно, вот это, слово – это инструмент. Вот. Хотя, возможно, лучше обходиться и без зрителя, потому что это тоже как желание продать, то есть как зритель среагирует, это же какой-то тормоз, какая-то несвобода. Обмежи, да. Так, чтобы может, ну его, этого зрителя, в общем-то, к чему он. Но это, я говорю, если медитативно, то есть это внутригрупповая, как бы, акция. Мы еще тут несколько, как бы, себя перегрузили, что у нас какая-то сверхзадача социальная, вот мы такие вот люди, которые там сильно нас тревожат, там, судьба зрителя, мы хотим там поднять культурный уровень, да ничего подобного. То есть это его проблема, это не должна быть наша проблема. Нет, комплекса Данка у нас нету, то есть мы не, да, сеем там, мы не... Мы не жнем. Ну а что же нам жать, когда мы не сеем? Олександр, ви згадали про філософські вечори, які проходять в межах виставок. От з цим соціальним проєктом, соціальним «Краса в бісові», да, з ним пов'язаний якийсь філософський вечір? Якщо я не помиляюся, я чула нібито, що 21-го в художньому музеї там буде таке невеличке зібрання саме на вашій виставці. Так, так, так. Ну, от формально прив'язали к этой дурацькій даті, хоча не хотілося б, можливо, человечество, по-моему, переживает конец света настолько часто и... Ледь не щодня, якщо чесно. И по несколько раз в день, и в минуту, возможно, что... Это как для очень толстокожих людей, наверное, уже дата это придумана, которая как бы ни на что не реагирует. Но, тем не менее, формально надо было к чему-то привязать, и привязали, вот наш куратор привязал... У нас есть такой тайный такой масон, который двигает нами как пешками, там, как фигурами на шаг, как у вас тут на...
да, такая вот Наталья Юрьевна Вернидуб. На самом деле у нас, мы такие подкаблучники, художники-подкаблучники. Вроде бы мужское начало, но на самом деле нами двигает женское. Да, и вот она решила, однозначно дала команду именно к 21-му привязать этот философскую посиделку. Для гостей скажу, що навіть оцей таємничий масон Наталя Вернидуб, вона також тут сьогодні з нами, просто вона за кадром спостерігає за цим всім дійством. Ну і ще додам, нагадаю точніше, що сьогодні ми говоримо про мистецьке життя в Черкасах, про арт-проекти, які відбуваються у Черкасах. На гостину до нас завітали митці, це Здурбобіч Олександр Довінський та Сергій Козаченко. Студійний номер 37-53-33. Будь ласка, телефонуйте до нас, ставте запитання нашим гостям, можливо, вам є що розповісти, чим із нами поділитися. Ну, окрім того, сьогодні я вбрана від Fashion Shop Ideal, і з ним ідеальний вигляд мати просто, і ефір наш «Дієві особи» триває. Так, ми говоримо з вами про різноманітні проекти, які презентує черкастям ваше мистецьке угрупування. Як часто ви це робите? І це от якась періодичність простежується, ви просто розумієте, що ніби там 3 місяці минуло, треба б щось організувати. Чи це просто подія вас якась підштовхує до цього, побачена? І яким чином, наприклад, мені цікаво відбувається, ну, в когось із вас, в одного, виникла ідея, да, є? А що далі? Вас інтересує механіка процесу, який внутрі групи существує. У нас события происходят очень часто. Очень часто они внутрикорпоративны, но иногда накапливается критическая масса некого материала, который как в виде времени какого-то... Времени и денег. Времени и денег, да. Которая в виде некого там мелкого провинциального Везувия, значит, слегка булькает, выходя на поверхность в виде вот акции в художественном музее, и вот еще, может быть, где-то, да, ну, эта территория не столь важна. Находятся люди, которые предоставляют там территорию, там организации как-то, или мы там накапливаем какие-то финансовые средства, можем позволить себе, значит, побаловаться таким образом. Вот. И пытались мы как-то вогнать этот процесс в плановое русло, привязавшись к календарным датам, отрывной календарь, там мы нашли там очень много идиотских праздников. Непонятно, кто их, а нет автора, кто их придумал. То есть мы поняли, что мы даже отстойные ребята на фоне этих, ну, творцов. Этих бреда, авангардистов. Да. Авангардистов, да. Почитайте, кстати, отрывные календари, кто не верит, поверит. Это мало цикаво, да, можно. Вот, и, то есть один момент, это привязка все-таки пытаемся как-то, чтобы это более-менее регулярное событие происходило. С другой стороны, это мы не сильно к этому привязаны. Ну и тем не менее, помимо как бы формальных, то есть каких-то общественно заметных там акций, у нас некие арт-между собойчики возникают. Мы куда-то едем там за город, на какие-то заброшенные пляжи или в лес, там какие-то инсталляции делаем, фотографируем. Там, у нас существует фотоматериал этих вещей и так далее. То есть мы как бы живем полнокровной внутренней жизнью. То есть иногда что-то вот некий гейзер там пробивает, и возникает какая-то выставка уже творческий, вот так вот надрывает, да. И в планах есть у нас, между прочим, на этот философский вечер любой желающий может прийти в худмузей 21 числа. Это открытое мероприятие. Сейчас пытаемся пофантазировать на тему квантового устройства мира. Это условно, скажем так, другое пространство. И очень интересно фантазировать художнику на тему, которую он как бы не сильно причастен, не сильно в ней разбирается. Желательно, как бы, чтобы он совсем не разбирался, он что-то где-то слышал, то есть как он это представляет себе. И вот в планах... По тому же принципу, в общем-то, и возникают мифы и легенды, когда человек, ну, там же в Древней Греции и так далее, когда он не знает по сути истории, вообще не знает, что происходило там, или сталкивается с природным явлением, которое он не понимает, и он создает миф и легенду. Точно так же художник может создать миф и легенду по поводу там коллайдера или там каких-то, или дискретности какой-то во всем. Да, этот миф и легенда, да, зачастую интереснее, чем научное, да, объяснение, да, этого процесса, обычно оно скучное достаточно, а вот миф и легенда всегда шире и интереснее. Но на основе этой, основываясь на мифе и легенде, человек как бы любопытный, он всегда поинтересуется, а что же на самом деле. То есть получится, что по-любому существует некая КПД, некая полезность всего этого.
Тобто, наскільки я зрозуміла, після Нового року ваші прихильники, прихильники от ваших проєктів, творчості вашої, вони можуть чекати так на щось нове і несподіване. Так, да, обов'язково, обов'язково. Ну, так як наркотик, ми вже не можемо без цього. В любую секунду. Ось так додав Здоровович, в любую секунду. На жаль, час ефіру збігає. Я вдячна вам, що ви прийшли сьогодні до нас. Зараз не буду підлабузничати, да? І ми вже говорили сьогодні про це, але все-таки вважаю, що ви робите дуже велику справу, тому що різноманіття, як Олександр правильно відзначив, воно має бути. Тому що там, де є різноманіття, там і є діалог. Тому що, якби да, всім подобалось щось одне, то не цікаво просто було б жити. І на сам кінець, оскільки сьогодні День Святого Миколая, попереду новорічні різдвяні свята, запитаю вас, як збираєтеся святкувати Новий рік, перехід з 2012-го, якого всі так боялися, в 2013-й, якого, мабуть, усі бояться ще більше. Йдемо подальше з міста. З Дурвуда подалі від міста. Добре, Олександр, вас прошу. Я взагалі не праздную. Після того, що я прочитав в отрядном календарі, я стараюсь уходити від цих праздників. Новий год сміяніє по сравнению з тим, що написано в отрядных календарях. Да. Ну, а если серьезно, ну, наверное, дома, потому что последние три года я праздновал в каких-то разных местах абсолютно. И теперь хочется все-таки как бы приземлиться на своей земле, да, и как-то утомление вызывают. Да. Возможно, выйдем за город, шашлычки сделаем. Ну так вот, но недалеко от дома. То есть, ну, все традиционно, но тем не менее с хорошим настроением, пожеланиями. Как бы, желаю всем зрителям тоже всех благ, да, пользуясь случаем. Со Святым Николаем поздравляем вас. И Марину Федосову, которую да. Мы забыли, она нам помогала, это называется как-то там ассамбляж, я не знаю, она делала вот эти... Валькирия. Мариночка, она очень откликнулась и очень оперативно сделала буквально последние дни вот эти чудесные бумажные вещи. У нее, кстати, между прочим, очень интересное творчество. Я думаю, она как-то сумеет персональную выставку в ближайшее время организует. Сергій, Олександр, дякую вам за змістовну розмову, вам за змістовне мовчання, бо сьогодні було, давайте я вам потисну руку, справді, це було круто, інколи краще мовчати. Так що, все, дуже вам дякую, шановні глядачі, за мить у нашій студії з'являться нові неочікувані дієві особи. Дякую, що були з нами, лишайтеся з нами і надалі, після короткої перерви ми повернемося. Ближче, добре? Чудово! Бо зараз ми будемо щось робити. Ну давайте ж зараз будемо веселитися! Ну що ж, зустрічайте героя! Ні! Це для справжніх чоловіків? Ого-го! Тобто, чи зможете ви щось зробити з такою ого-го? Щось таке, яку прикрасу на ялинку? Бо як ялинка буде гарна, то приїде Дід Мороз! Ого, крюки вгорі! Ви звезли? Що ви вас зробите? А ну, потрібно носити, отаме усі! Робимо, носити, отаме! Ми зараз, яка адреса, там, де ми зараз знаходимось? Ні, Шевченко! Пан народів, 245! Який номер? 245! Який? Тримайте! А чого я вас не спитав? Бо ви бачите... Всі у дружнім крузі! Нам ялинку запалить, вже прийшла чарівна мить! Скажем дружньо! Раз, два, три! Добрий вечір.
вечір знову. Це «Діві особи» на телеканалі «Віка». Як я обіцяла, у студії з'явилися нові гості. Можливо, для вас трішки неочікувані, але все ж таки, зараз я їх представлю. Це Денис Христюк та Вероніка Кузьменко. Вітаю! Ми вчора, упродовж усього вчорашнього ефіру «Дієвих осіб», говорили про концерти 95-го кварталу, про артистів цієї групи творчої. Сьогодні до нас завітали люди, які є учасниками шоу-балету «Кварталу 95». Денис Христюк ще хореограф, він робить постановки для цього шоу. Ну, ми говоритимемо сьогодні і про квартал, і про взагалі сольні проекти, так, окремі творчі ваші, кожного з вас. Отож, взагалі, як до нас дістали? Як у вас настрій, як погода, нормально все? Настроєння таке новогоднє, звісно ж. Ми приїхали к вам із Черновців. У нас був довгий переїзд, 600 кілометрів ми їхали. От, невзирая на всі труднощі з дорогою. Тобто, ну, завжди приємно. Во-первых, ну, хочеться так сразу відмітити, що у нас зараз дуже великий такий тур, де в кожному місті, практично в кожному місті по два концерти. Вот, и это очень, нам это очень приятно, что постоянно аншлаги, и поэтому нас как бы тянет в города. То есть мы не делаем отмены, то есть квартал не делает отмен, то есть всегда через все там снега, пургу, болезни мы едем во все города. Сейчас вот здесь, в Черкасах. Ось Денис згадав про те, що по два концерти, наскільки складно відпрацювати два концерти поспіль? Тому що, наскільки я розумію, перерва між концертами, ну, мінімальна, невеличка, там, півгодини чи близько години. Наскільки складно відпрацювати два концерти поспіль? Ну, мені кажется, зараз Вера може хоче сказати. В принципі, ну, як по мені, то фізично воно, в принципі, не складно. Складніше, мабуть, психологічно віддавати емоції, энергетику, сохранять ее, то есть и вдвойне каждый день делать полноценный продукт. Вот. Вероника, да. Вам слово. Ну, я думаю, да, что, в принципе, мы работаем с такими ребятами, которые заряжают нас, вот, и когда мы отдаем эмоцию, мы также получаем от зрителей эмоцию, и работается легко, довольно. Главное настроить себя, главное верить в себя. Ну, не знаю, в принципе, все в порядке. Справді, хлопці і дівчата з кварталу, ну, вони веселі, вони веселять людей, так тішать. Наскільки за лаштунками, ну, так само весело, як і на сцені під час шоу? Даже більше. Я вам скажу більше, даже більше. Ну, звісно, то есть квартал – це такий якийсь парадокс, це юмор 24 часа в сутки. То есть у нас, как бы, всегда улыбка не сходит с лица, как бы, это жизнь, это просто квартал, это смехом, да, это жизнь. Да, они на все реагируют с юмором, на все абсолютно. Вот даже иногда спят и смеются. Мабуть, им снится что-то кумедное в тот момент. Ну, и оскільки зайшла мова про гастролі, про те, що це великий гастрольний тур, чим ви займаєтеся у довгих переїздах між містами? Спите, спілкуєтеся, читаєте, дивитесь фільми? Чим займаєтеся? Ну, много чего. Все, что вы перечислили, буквально, да, все. А я хотел бы еще отметить, что сегодня для меня тоже очень важный концерт, потому что у меня жена с Тоня Руденко, она как бы вот уроженница Черкас, и сегодня придет мама ее, то есть моя теща, а это святое, поэтому мне надо будет вдвойне, потому что у меня теща очень строгая и критикует на каждом шагу. Оценивать ему вашу работу. Да, поэтому придется работать вдвойне. Вот. А по поводу вот переезда во всего, да, ну, то есть это обычная жизнь, это, ну, смотрим фильмы, как бы, читают, развиваемся, как бы. У нас такой большой дом на колесах, да, с большой семьей, у нас там все есть, и... Чай, кофе, да, капучино, все есть. Морозильник, холодильник. Книги, да. Ноутбуки. Сьогодні концерт тут для вас не особливий, тому що так гості на концерті будуть такі, як ваша теща, поважні гості, так, як ваша теща. А сьогодні ще, наскільки мені відомо, у одного з артистів, це Степан, у нього день народження сьогодні. Да, да. Він нас зараз не дивиться, тому ми можемо відкрити трішки карти глядачам. От щось особливе для нього готують під час концерту артисти? Ну, я думаю, що це сьогодні пройде. Звісно, будуть, мабуть, юморить ребята, вот, но это Степан такой, да. Спонтанное вот решение, я уверена, это будет импровизация, да, которую мы все поддержим, подхватим, но вот что-то какие-то заготовок, я думаю, что и нет. И взагалі, чи вітали ви вже його сьогодні? Ну, чи ви бачили, чи вітали? Як вітали? Ми вчора. Ми вже в носах його почали поздравляти, да, тому що у нас там вчора був концерт.
Вот. Я думаю, что ему будем продолжать поставлять его и сегодня, и завтра. Так уж сложилось. Вот. Ну, Степан — это человек концерт, человек оркестр, поэтому с ним весело. Как бы. Он сам делает праздник. Для глядачів нагадаю, що ми працюємо наживо. Студійний номер 37-53-33. Телефонуйте до нас. Сьогодні у мене на гостині Денис Христюк та Вероніка Кузьменко. Це танцівники, це хореографи, це учасники шоу-балету студії «Квартал 95». Телефонуйте до нас, можливо, вам є про що запитати гостей, про що розповісти, чим поділитися. Ну і оскільки ми вже заговорили трішки про особисте, так, про дружину, про те, що з Тонею ви познайомилися під час шоу «Танцюють всі» на цьому проєкті? Так, ну ні, ми знали друг друга до цього, ну просто знали. А запахалися на шоу? Да. Таке буває. Як цей проєкт, як він змінив ваше життя? Ну, повністю, кардинально, можна сказати. Ну, благодаря цьому проєкту, ну, образувалась сім'я, как бы, ребенок, вот, маленький Федя. Тобто я його іноді називаю «Дитя танцюють всі». Вот, поэтому, как бы, ну, как ни крути, ну, для мене помінялась життя, то есть, благодаря проєкту. Ну, в личному плані. В личному. А в професійному, в творчому? Щось змінилося, ну, там, не знаю, додало популярності, ви почали співпрацювати там з іншими артистами. Да, что-то, да, что-то поменялось. Ну, в принципе, мне кажется, тут надо просто не опускать руки, а всегда работать, 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 идти, стремиться. А «Танцуют все», он дает просто некую уверенность. То есть ты практикуешься и получаешь какую-то уверенность, что ты можешь это делать, что ты можешь выступать, можешь делать всевозможную работу, то есть в хореографии. То есть, и оно дает уверенность, и потом вот артисты выходят оттуда уже более подкованные, что ли, так. То есть, и уже как бы уже от каждого зависит, кто как куда пойдет. Вот. Вероніка, наскільки мені відомо, ви участі у подібних проектах не брали. Так? Я не брала. Чи ніколи вам не спадало на думку, а чому би ні, чому б не спробувати? Чи вам це просто не потрібно, не цікаво? Я, наверное, проекта три все время хотела, вот три сезона вот пойти, вот, а потом как-то вот штука с гастроли, то сессия, то, в общем, как-то не получалось. Я для себя решила, что я пойду на 11-й проект, да. Вот, и меня все поддерживают, да, вот, я никогда нигде даже не ходила ни на один кастинг, как-то вот не было возможности. Но, тем не менее, я знакома со всеми ребятами, я тоже также принимаю участие в каких-то там, не знаю, работах, где мы можем, ну, где мы пересекаемся. Ой, я тоже от них учусь, потому что они там уже подкованы, а я от них учусь. Вот, я как впитываю, да, в себя все. Но я думаю, что у меня еще все впереди, я еще... Как вы потрапили у шоу-балет «Квартал»? Это было очень давно, и это очень смешно. Работаю я там уже вот 6 лет как. Вот. И... Насмеялась за 6 років разом, да, с «Кварталом»? Да, я уже насмеялась, я уже, да, мне уже иногда даже нигде там, вот, в каких-то других компаниях не смешно, потому что знают, что я работаю с такими юмористами, да, и когда я, там, шутка, я... не смешно. Ну да, ты же 95-м «Кварталом» работаешь. Вот, и как бы я работаю, да, с ними уже давно, я выросла с ними, потому что я была еще совсем-совсем маленькая, когда пришла в коллектив, и буквально... Вот за 6 лет назад я ходила с мамой на концерт во Дворец Украина. Я смотрела на людей, которые там танцуют, и я вот себе так думаю, вот я должна там танцевать. И буквально через какое-то время, вот у вас совсем немножко прошло, совсем немножко, пару месяцев, и я стою уже с ребятами на сцене, танцую, как бы, и вот оно закрутилось. Я с ними сейчас до сих пор гастролирую, даю концерты, помогаю быть им еще лучше. Це добре, приймають здійснюватися. Денис, постановки для «Кварталу» робити складно чи легко? Як вони народжуються, ну, якісь там, не знаю, сюжети, зв'язки, рухи? Когда как. Буває дуже швидко і легко, буває, приходиться думати і мучатися, і це все рождається довго. Ну, по-разному. Тобто, це ж, ну, творчий процес, він непредсказуемий. Тобто, буває по-разному. Правильно, наскільки я розумію, танцюють і професійні танцівники, і разом з тим артисти 95-го «Кварталу», так? Наскільки, ну, вони працездатні на репетиціях, скільки ви з ними репетируєте, чи довго ви з ними вчите певні рухи, які потрібно, ну, вивчити? Я скажу, 95-й «Квартал» вже на сцені літ 20, мабуть, тобто вони вже теж, як би, немножко подковані в цьому плані, тобто вони теж немножко танцюють, кожен із них.
уже 20 лет все-таки практики. И плюс еще, если вспомнить, Вова вообще победил, по-моему, танцы с зеркалами. Так, так. И Женя Кашевой тоже там что-то победил. То есть они все знакомы с чачей, румбой и так далее. Поэтому иногда, да, происходят какие-то эксцессы, когда они пытаются сделать какой-то контрпрорары. Люди, да, талантливы, они талантливы во всем. Да, если это нужно, они это сделают. Неважно, сколько это займет времени. На завтра нужно, это будет на завтра. Если на это немножко больше времени, да, можно немножко больше посмеяться, немножко больше на это, не знаю, убить времени. Но на каждый концерт они как штык, они готовы, они все танцуют, все, что нужно. Мы за этим следим, как они помогают, да. Не, ну это вообще большая похвала им, что они, не являясь танцорами, пытаются там еще танцевать в некоторых номерах, то есть хотят этого. Не то, что там все пытаются не танцевать, а наоборот, как бы все хотят двигаться, и то есть это, ну, молодцы. Окрім участі у творчості, у житті кварталу 95, чим ви займаєтеся в час, коли ви вільні від цього, так? Є ще якісь інші проекти, інша робота? Прошу, Денис. Ну, бывают всякие там предложения иногда, то есть, ну, вот самое такое вот большое, то, что у меня было недавно, это Майданс 3, вот, в промежутках между кварталом, ну, вот, занимался этим проектом, то есть. Сколько цікаво была участь в этом проекте? Ну, это интересно всегда, то есть, это всегда интересно, это всегда полет мысли, творчество и так далее, то есть, что-то создавать с большой массой людей, как бы. Коли так багато танцівників, і теж вони не всі професійні, правильно, просто в когось велике є бажання. Майже ніхто, так? Да, майже ніхто. То, і це різний вік, наскільки да, я розумію. То, ну, это, як сказати, вдається їх якось так приструнити, надихнути, зібрати їх, да, от, в такий один організм, який буде рухатися разом, танцювати разом? Ну, это загадка. Я сам не знаю до сих пор, как это получается. Как это люди, которые разные. Так что выходит, это уже добро. Да, то есть это, ну, наверное, все-таки какая-то идея людей объединяет. Ну, танец, вот. Любовь к танцу. Любовь к городу. Да, любовь к городу. Это же все-таки патриотизм за свой город люди идут. Вот Черкасы вообще второе место заняли, по-моему. Серебро там, да, у вас. Как бы, ну, вот, первый раз выступали Черкасы, кстати. Ну, Максим теж, він так оробить, да, землю, що він всіх згуртував, да, плюс, ну, всі, дуже така сильна особистість. Він же ж культурист, він сильно всіх так згуртував. Так, сильно. Так, да, бывший культурист, тому йому вдалося. Він собрав, надихнув, і от з першого разу второе місце, це дуже круто. То есть, ну, і це все благодаря тому, що люди от повірили, люди люблять танець. І, как бы, вот, ради цього ми і живемо, і танцюємо, і працюємо. Вероніка, чим ви займаєтесь у вільний від кварталу час? Чи його не так багато? Його не так багато, да, але я теж перейшла на українську мову. У нас, кстати, Віра з Чернівців. Я з Чернівців, да. Тому... Вчора ви у своєму вчора я була вдома, да, я вчора була вдома. Тому, так, я вільний від кварталу час, я теж танцюю, теж приймаю участь взагалі, в принципі, в багатьох проєктах, там якісь балети, якісь виконавці, з якими я танцюю, з якими займаюсь просто так. От я закінчила університет і я ще маю змогу викладати дітям, так, вчити їх танцювати. Тому, в принципі, якось все це змішую, якось компоную, розумію, що не так багато часу, але все одно. Оскільки виходить, ви вже промовилися так, що вчора був у рідному місці концерт, от, я не знаю, як вам атмосфера була у залі, чи були рідні люди на концерті, що вони вам після того казали? Були рідні люди, так, ми не так часто буваємо в Чернівцях, але коли буваємо, це просто для мене свято. В принципі, всьому колективу подобається це місто, тому ми, в принципі, завжди йдемо гуляти десь, не знаю, там смачно їсти. І люди, атмосфера сама, вона приємна. От для мене, у мене сиділо там 20 чоловік моїх рідних і знайомих, да, для яких я просто хотіла розкритися, ну, і віддати все. От, вчора, я думаю, що в мене все вийшло, вони дуже були вдячні, сказали, що квартал це просто, це... Хоч там і холодно було, от, але це, ну, привело в місто, да, ну, трошки сонечко. Да, всі були дуже раді, всі дуже дякували і сказали, приїжджайте до нас ще. Де ви побували? Я ще хочу додати, що сьогодні теж
два концерта, и сегодня, кто не успеет на 7 часов, приходите на 9:30. То есть это смех и радость дарим людям, как говорится. И приходите, получайте наслаждение, эмоции позитивные. То есть это как раз под Новый год, это очень. Кто позитивные эмоции уже отримав, кроме чернівчан, ну сьогодні Черкасці, де вже побували ви? Ми були в Хмельницькому, ми були у Львові, ми були в Донецьку, в Харкові, в Кременчузі, були в Полтаві. І Чернівці, і Черкаси. Ну і попереду ще достатньо багато місць, так? Оскільки ефір майже передноворічний, свята вже розпочалися, на Новий рік відпочиватимете чи працюватимете? І взагалі як збираєтеся святкувати новорічно-різдвяні свята? Ну, ми працюємо. 31-го є робота у нас, да, в Києві. Вот, опять-таки, смех и радость дарим людям. А потом вдасться відпочити після? Да, я думаю, что в январе уже после всех праздников будут некоторые окна, где ну, я лично собираюсь там поехать на санках ребеночка покатать своего. Десь есть, с родиной відпочити, да, семьей, так? Да, в Чернівцями, кстати, Солнечная долина, там место вот такое, кстати, приезжайте. То есть там деревянные домики, горка такая, ну не страшная, как раз для детей. То есть хочется как покатать ребенка. Вероника, вы? Я поеду додому, я буду в Чернівцях теж. Ми там зустрінемося. Ми там вже зустрінемося. Головне, що ми всі разом зустрінемо Новий рік з 95-м кварталом. А як говориться, з ким Новий рік зустрінеш, тим його проведеш, тому ми будемо надіятися, що весь наступний рік буде в роботі. Ось так. Дуже б хотілося з вами говорити ще і ще, але, на жаль, час ефіру збігає. Для глядачів хочу нагадати, що сьогодні в нас були в гостях Денис Христюк та Вероніка Кузьменко. Це учасники шоу-балету «Квартал 95». Денис є ще хореографом, він робить постановки для «Кварталу». Щоб побачити гостей нашого ефіру наживо, поспілкуватися із ними, завітайте на концерт «Кварталу 95». Їх буде відразу два, один на 19 годину. Хто не встигне, кому не вистачило квитків саме на цей концерт, той може прийти на 21:30, пів десятого вечора. Буде іще один концерт. Як ми вже говорили про це так, це буде сміх і радість для людей, для черкасців. Тому не пропустіть цю подію. Я думаю, вона вас приємно потішить у День Святого Миколая та й взагалі напередодні новорічних і різдвяних свят. І ще раз вам дякую за те, що прийшли сьогодні сюди до нас, для те, що знайшли час. Дякую гостям і дякую, звичайно, глядачам за те, що були разом з нами. І ще раз нагадаю вам, скажу про те, що сьогодні я вдягнена від Fashion Shop Ідеал, і з ним мати ідеальний вигляд просто, навіть на свята. На цьому буду завершувати. Завтра у студії на вас чекатиме моя колега Олена Берестенко разом із новими дієвими особами. На цей раз дієвими особами четверга. Ну все, прощаємося. До побачення.